Ситуация в Баткенском районе относительно стабильная, рассказал на пресс-конференции аким района Учкунбек Джурабаев. По его данным, в Баткенском районе проживает порядка 100 тысяч человек, из них около 60 тысяч эвакуированы в безопасные районы. На сегодняшний день поступило 321 тонна гумпомощи, 291 уже распределено нуждающимся и 30 тонн находится на складе. По оперативным данным, проверено 426 объектов, из них 321 жилой дом, непригоден для проживания. 6 подлежат восстановлению. Также разрушены 7 школ, 5 детских садов, 2 ФАПа, 320 хозпостроек и 145 объектов по обеспечению жизнедеятельности. Эти цифры не окончательные, проинформировал чиновник. Всего в Баткенском районе 54 школы и 48 детских садов. Из них работают в обычном режиме 17 школ и 12 детских садов. Для жителей, желающих выехать или вылететь, организован транспорт и работает аэропорт в городе Розаков, добавил он.